Добрый день! Вы на канале 10 лучших островов для отдыха. Это видео снято в формате 360 градусов. Его можно смотреть в 4 очках, а также кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда угодно, на что хотите обратить внимание. В данном видео я хотел бы познакомить вас с одной из 5 исторических достопримечательностей Шри-Ланки. Называется она Форт Гале. Она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому это просто обязательное место для посещения. Особенно если вы отдыхаете на южных пляжах. И особенно такой пляж, как Унавотуна. Это самая большая крепость в Азии, построенная европейцами. Изначально крепость на этом месте была построена португальцами в 1588 году. Однако с приходом сюда голландцев в 17 веке крепость была полностью практически перестроена. И поэтому сегодня считается именно голландской крепостью. А дата ее основания принято считать 1663 год. Можно сказать, что Форт Гале — это целый комплекс достопримечательностей. Ведь помимо самих старинных стен и старинных построек, внутри находится несколько музеев, антикварные лавки, маяк, ювелирные мастерские, церковь и мечеть. Все эти места можно посетить во время прогулки по форту. Но даже если вы не будете заходить туда, просто сама прогулка по форту, по его улочкам, принесет вам массу удовольствия. Ну, давайте посмотрим это видео про Форт Гале. Фотографируют там немножко.
Thank you.
Заходи, машина. Не запнитесь. Слышно правильно, травой пахнет, запах. Да, чувствую.
Так их не видно. Нет, если издалека. Я на себя никогда не видел. И будет. Collected all the masses. Okay.
Национальный музей Гале. А? Национальный музей Гале. Мы с вами подходим к Национальному морскому музею. Распахнул он свои двери в 1992 году, и для него было выбрано специальное историческое место, относящееся к 18 веку, голландский форт Гале. Если учесть, что Гале – главный порт основной страны, то решение о создании там морского музея кажется вам не случайным. Но это я покажу во второй части. Вы находитесь на канале 10 лучших островов для отдыха. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч, впереди много интересных видео.